Добро пожаловать. Спасибо. Как ты чувствуешь себя снова на седле? Как будто и не уезжал. Пора начинать, Ренфилд. Нам предстоит долгий путь. Я взяла на себя смелость подготовить распорядок дня. Распорядок на сегодня будет коротким и приятным. Начнем с Крейга Ханта. Прекрасный офис. Твой помощник сказал мне, что ты можешь быть здесь. Крэг, да, послушай, сейчас я действительно занят. Ты разговаривал с Дереком? Нет, на самом деле нет, и не собираюсь. Послушай, у меня встреча через несколько минут. Я с очень важным агентом по продаже фильмов. Я не смог увидеться с Дереком нигде в городе. Почему же ты пришел ко мне, если хочешь поговорить с ним? Я просто думал, это в наших общих интересах, по крайней мере. Хорошо. Ты думаешь, где он? Я думаю, он опять ищет Мейсона Кэппелла. Но это не мое дело, Крэг. Насколько я знаю, эта история закончена. Хорошо. Скажешь это полицейским, когда Мейсона найдут с пулей в голове. Вот, поговори с ними. Ты говоришь не с тем человеком. Если Дерек старается убить Мейсона, ты должен поговорить с кем-нибудь вроде Круза Кастильо. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Ты можешь не сидеть здесь все время. Ты споришь со мной? Привет, Келли. Привет. Как пациент? На самом деле пациент уже может вставать. Я хочу, чтобы ты лежал смирно. Я смирно лежал два дня, милая. Знаю, но ты слышал, что сказал доктор. У тебя внутренние повреждения, ты должен быть осторожен. Я хочу домой. Я выздоровел. Видишь, ты сможешь пойти домой, если будешь лежать. Позвать доктора. Мне не нужен доктор. Перестань. Нет. Дай мне руку. Можешь оставить меня в покое. Что вы делаете? Я не хочу ложиться. Ты должен лечь. Иначе тебе придется остаться в госпитале значительно дольше, чем ты хочешь. Это поможет вам расслабиться, мистер Кастильо. Я не хочу расслабляться. Я хочу домой. Вы не в состоянии никуда идти. Видишь? Надо все время за ним смотреть. Хорошо, мне надо идти к другим пациентам. Почему ты разрешил ей это сделать? Потому что, хотя некоторые не верят, я хочу, чтобы ты выздоровел. А я только что видела чудных детей, которые с нетерпением ждут папу. Тем более мне нужно идти домой с детьми. Все в порядке? Если не считать, что их избаловали дедушка с бабушкой, дядя Рик и тетя Келли, то все просто великолепно. Хорошо, что у нас такие дети. Хорошо, что мы есть друг у друга. Да. Могло быть куда хуже. Нам не нужен никакой талисман. Мы в Санта-Барбаре. Да, мы продвигаемся к госпиталю. Я не вижу никаких проблем. Да, я хочу продать азиатские акции и вложить все, что получу, в Санта-Барбару. Да, я знаю, бизнес — это не все, Уилсон только сделает, и хорошо? Ты говорила с Хантером? Еще нет, я оставила ему записку в отеле. Да? Я не знала, что делать, человек, кажется, нигде не работает. Я не могу понять, почему ты хочешь опять связаться с человеком, который тебя предал. Я плачу тебе не за то, что ты обсуждала мои решения. И за это тоже. Я уже тебе говорил, что рад снова тебя видеть. Нет. Но я написала себе это от твоего имени. И цветы были очень кстати. Я взяла на себя смелость организовать довольно дорогую встречу. И я знала, что ты хотел, чтобы было именно так. Верно. Теперь о Крейге Ханте. Ренфилд, я хочу восстановить свой бизнес в Санта-Барбаре, поэтому мне понадобится Крейг. Ясно? Для чего он головорез? Да, но он головорез со связями, именно с такими, которые мне нужны. Ты так уверенно говоришь мне, что знаешь, что делаешь, что мне приходится уступать. Хорошо, когда не надо долго все растолковывать. Возможно, но может быть ты скажешь, где найти мистера Ханта? Попробуй в Восточном экспрессе, в сельском клубе или в клубе Пола. Похоже, что под Халим Доннелла несколько поднялся в обществе, пока нас не было. Да, а теперь у мистера Ханта совсем другой круг друзей. Привет. Привет. Хорошо, что ты пришел.
Я хотела взять такси до работы, но теперь, может быть, ты меня отвезешь? Мы же решили, что ты не пойдешь сегодня на работу. Это ты так решила, я не согласна. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Мы оба знаем, что этого не может быть. Может, ты наконец скажешь мне правду? Голова у меня не болит, я не устала. Нет причины не идти на работу. А зрение становится все хуже и хуже? Я сказала тебе, Мэг, все хорошо. Джина, если ты можешь ослепнуть, лучше поехать в госпиталь. Куда? В какой госпиталь меня возьмут? У меня нет страховки, нет денег. В госпиталях любят, чтобы им платили. Сколько раз я тебе должен говорить, я найду где-нибудь деньги? Я собираюсь работать. Я не хочу закончить в благотворительном приюте. А если это повторится с тобой на работе? Я пережду. Присяду на несколько минут и подожду, пока начну видеть лучше. Джина, я слышал, как врач говорила, что если это сейчас случится, то может остаться навсегда. Спасибо, что напомнил. Я не хотел обидеть тебя. Пусть лучше это случится на работе. По крайней мере, я смогу получить компенсацию. Пожалуйста, не шути. Говори серьезно. Говори. Я всю ночь не спала и думала, что делать. Как быть с Брэндоном? Что с ним будет, если я... С Брэндоном будет все в порядке. Надо настраивать себя на лучшее. Дело в том, что если во что-то очень верить, это исполняется. Если я буду повторять себе, я не ослепну, то я не ослепну. И я буду в это верить. Иначе я потеряю зрение. Повезешь ты меня на работу? Ладно. Я хотела, чтобы тебя поместили в отдельную палату. Мне не нужна отдельная палата, я хочу домой. Ты пойдешь. Думаю, они не рассчитывали на этот несчастный случай, когда начали ремонт госпиталя. Какой несчастный случай? Помнишь, я говорила тебе о взрыве на заводе, недалеко от города? Были пострадавшие? Около 50 человек, но, кажется, все уже выздоравливают. Это хорошо. Почему бы тебе не отдохнуть? Попробуй уснуть. Я не хочу спать, я хочу бодрствовать. Если ты уснешь, я обещаю, что буду тут, когда ты проснешься. Мне совсем не хочется спать. Он отключился на несколько часов. Почему бы тебе не сделать небольшой перерыв? Нет, я не хочу оставлять его одного. Я не могу поверить, что они его избили и бросили там умирать. Круз говорит, что это те же люди, которые напали на него, когда мы были во Франции. Интерпол выяснил, что один из них из Северной Африки. Привет. Привет. Привет, папа. Привет, дорогая. Ему лучше. Привет, мама. Иди сюда, детка. Если есть какая-нибудь возможность перевести его в другой госпиталь, я организую машину. Нет, доктора боятся перевозить его из-за внутренних повреждений. А как ты? Кармен говорит, что ты совсем не бываешь дома. Я хорошо. Я только хочу быть тут с Крузом. Он проснулся? Нет, сестра вела ему успокоительное. Он проспит пару часов. Почему бы тебе не отдохнуть, милая? Нет, не надо. Я хочу остаться и быть здесь, когда он проснется. Я думаю, что ему будет лучше, если ты выйдешь отсюда и проветришься. Тут настоящий хаос. Да, но если я пойду домой, я смогу провести с детьми только пару минут. Их это только расстроит, поэтому я лучше не пойду. Может быть, пойдем в Восточный экспресс, поужинаем? Тогда я сейчас схожу домой и принесу тебе что одеть. Пока мы останемся с Крузом. Хорошо. Мы поужинаем с Келли в Восточном экспрессе. Я скажу дежурной сестре, куда я пошла. Хорошо? Хорошо. Теперь послушай меня. Мои агенты работают вместе с полицией. Мы выясним, кто напал на него. Ты поняла? Спасибо, папа. Мы недолго. Хорошо. Слышите, если он проснется, то позвони. Не беспокойся, я тебя позову. Спасибо. Удивительно, как этот человек прожил последние пару месяцев. Не могу представить, что это можно сделать из-за какого-то камня. Не верится.
Вот, это подсыпаем в кофе охраннику. Ладно? Подожди здесь, мы скоро будем. Это безумие. Что? Все то, что случилось со мной и Крузом за последнее время. Это почти смешно. Почему эта девушка не ходит между столами? Я даже не могла осмыслить, что происходит. Я видела только одну проблему за другой. Если ты веришь в карму, то ты думаешь, что твои дети этого не заслужили. Знаешь, я сидела с Крузом прошлой ночью, когда он спал, и он страдал от боли даже во сне. И я думала, не взять ли мне детей, не отправиться ли на необитаемый остров, чтобы избавиться от всего этого. Тогда возьми меня с собой. Зачем это тебе? Чтобы уехать от всего этого? Разве не понятно? Я думала, ты здесь вполне счастлива. Что ж, и продолжай так думать. Что случилось, а? Мы постепенно перешли от твоих проблем к моим. Ну, если ты не хочешь об этом говорить. Что, не будем? Я просто думала, что мне удастся выведать все у тебя другим, более умным способом. Это может быть хуже для тебя. Я решу, что у меня очень любопытная старшая сестра. Да, это правда. Только я на твоем месте сама бы рассказала ей все, что она хочет знать. Что, например? Ну? Почему у тебя такой вид, будто ты потеряла самого лучшего друга или поссорилась с ним? Может быть, тебе не подошла эта компания или... Или ты пришлась там не ко двору? Если ты так внезапно стала говорить о нас с Крейгом... Нет, я не хотела этого. Я не называла имен. Но, может быть, ты скажешь мне, между вами испортились отношения? Почему ты так думаешь? Я не знаю. Я просто спрашиваю. Из наших недавних разговоров я поняла, что отношения между вами становятся серьезными. Да, и ты, конечно, тоже поняла, что это самая сумасбродная идея, какая могла прийти мне в голову. Это насчет необитаемых островов. Это касалось именно этого? Мне кажется, что наш разговор поворачивается не в ту сторону. Ладно, Эйден, мы можем не продолжать этот разговор. Но ты совсем не щадишь меня, знаешь, я, может быть, больше расстроена, чем ты, если ты можешь себе это представить. О чем это мы говорим? Что, ты не знаешь? Ясно, что нет. Что? Роберт Барр. Он вернулся. Я должен уйти ненадолго. Решил сам поискать Ханта? Продолжай заниматься контрактами Остермана. Хочу, чтобы ты не забыл, каким бы ценным человеком ни был Хант, ему нельзя доверять. Останови меня, если ты это уже слышал, Ренфельд, но у меня есть веские причины делать то, что я делаю. Да, я это уже слышала. Теперь объясни мне, почему ты вернулся в этот город? Чтобы возродить свой бизнес, ты мог бы выбрать любое другое место в мире. Отныне Санта-Барбара станет моим домом навсегда. Это для меня вполне подходящее место. Как будто тут медом намазано. Уж не связано ли это решение с Келли Кэпвелл? Найди Крейга Ханта. Я хотел узнать у Кастильо, все ли в порядке у Мейсона, но не застал его дома. Кажется, мне не у кого больше спросить, где он. Не верится, что Дерек мог исчезнуть из Санта-Барбары, не говоря никому. Ты спрашивал Итана? Да, он тоже ничего не знает. Я проверил все отели, я даже узнавал у брокеров, не купил ли он дом. Если он в Санта-Барбаре, то он сумел спрятаться, это точно. Дерек не сумасшедший, чтобы гоняться за Мейсоном. Почему? Потому что это равносильно убийству. Он знает, что полиции хорошо известно то, что уже случилось. Потом я ему объяснил, что если он еще раз приблизится к Мейсону, я первый заявлю. Это именно то, что могло подтолкнуть его на это. Помнишь, какой у него был взгляд?
Он все сделает, чтобы отомстить за убийство Кассандры. Неважно, что это будет ему стоить. Крэг, я думаю, ты ошибаешься. Но если нет, Дерек должен заплатить за то, что он делает, но я не хочу снова впутываться в это. Продолжай, Стивен, что ты собираешься делать? Он мне не брат. Если Дерек убьет Мэнсона, он сам выроет себе могилу. И тут ни ты, ни я, ни Итан будем ни при чем. Никто, имея это в виду. Ты не хочешь помешать этому? Это мое личное дело. Тогда я хочу спросить тебя прямо. Ты совсем откалываешься от нас? Я не говорил этого. Хорошо. Слушай, я дал Келли слово, что мы не будем больше угрожать Мейсону. Крейг, как ты думаешь, кто мы такие, чтобы всю оставшуюся жизнь следить за чьим-то поведением? Я удивлен, что Келли вообще стал разговаривать с тобой после той вечеринки. Да. Нам с ней удалось обойти эту проблему. Значит, есть еще одна? Можно так сказать. Она возникла внезапно. Я не думаю, что ее будет так просто решить. Не входи вместе со мной. В чем дело? Ты боишься, что тебя увидят вместе с братом? Тебе лучше знать. Спасибо, что подвез. Домой я возьму такси. Ни в коем случае. Никаких такси. Когда ты заканчиваешь? Я могу взять такси. Когда ты заканчиваешь? Я приеду за тобой. Я не знаю. Все зависит от того, сколько будет народу. Ладно, когда это выяснится, позвони мне, и я приеду и заберу тебя, хорошо? Что ты делаешь? Я проголодался, я хочу перекусить. Здесь? Вы же сейчас работаете, разве нет? Я понимаю, в чем дело. Но мне не нужна нянька. Понятно? Не нужна. Знаешь, я думаю, что твой хозяин будет недоволен, если ты прогонишь клиента. Моего хозяина нет, он в Лас-Вегасе. О, ходит по казино, да? Неизвестно. Но он должен скоро вернуться. Можно меню? Не дави на меня. Да, много можно сказать о здешнем обслуживании, но хорошего ничего. На чем мы остановились? Мистер Слейд? Нет, он там. Вы мисс Акерман? Приветствую вас. Стивен Слейд, а это мой друг Крейг Хант. Как дела? Я вам помешала? Совсем нет, мы как раз закончили наши дела. Почему бы вам не присесть? Мой друг Крейг как раз собирался уходить. Я сейчас вернусь. Да, рад был познакомиться. Твоя паранойя насчет Дерека зашла слишком далеко. Но он исчез не из-за моей паранойи. Он не ищет Мейсона, и даже если ищет, то он его не найдет. Потому давай не будем об этом. Хотел бы я быть так уверен в этом. Хорошо бы мы вообще не начинали мстить за Кассандру. Сейчас перевести. Нет, велика опасность разрыва селезенки.
В наше время вполне возможно перевозить пациентов из одного госпиталя в другое. Да, но не при той ситуации, которую мы имеем. В связи с ремонтом, который у нас происходит, трудно даже увозить и вывозить пациентов из здания. Я могу вас уверить, что он получает квалифицированное обслуживание. Мы никак не ожидали еще 50 пациентов. Да, я слышал о взрыве. Видите ли, если вам нужно еще врачи... Нет, мистер Кэвилл, мы справимся. Главное, чтобы Круз поправился. Как вы думаете, он скоро проснется? Нет, я не думаю. Я дал ему очень сильное успокоительное, чтобы он отдыхал до вечера, поэтому вы можете здесь не оставаться. Извините. Как ты думаешь, может быть, пока пойти поесть что-нибудь? Думаю, надо подождать, когда придет Иден. Я сомневаюсь, что доктор разрешит ей остаться здесь. Такой хаос. Просто я не хочу оставлять его одного. Милая, здесь же медсестра. Она приходит каждые 5 минут. Снаружи сидит охранник. Пойдем. Логово недалеко отсюда. Мы потом поговорим с Иден. Ладно. Нужно срочно идти к пациенту. Быстро. Келли, клянусь, я не знала, что Роберт вернулся в город. Я думала, что он сначала придет к тебе. Он не пришел. Когда он приехал? Думаю, дня 2 назад. Мне не верится, что вы еще не виделись. Да, это так. Я имею в виду, что нам с Робертом абсолютно нечего сказать друг другу. Не может быть. Если бы я знала, что он вернулся, я бы сказала тебе. Неужели? Ты его видела? Я его видела. Говорила с ним? И он тебе не сказал, зачем он вернулся? Ничего не сказал? Иден, я не хочу знать, зачем он вернулся. Лучше бы не возвращался. Я никогда не хотела его больше видеть. А теперь? Это он вернулся, я его не искала. Ты не ответила мне на вопрос. Он уехал отсюда, когда был влюблен в тебя. Я могла бы подумать, что он вернулся продолжить начатое дело. Келли, Роберт и его чувства ко мне, он знает, все кончено. Значит, ему нравится местный климат. Келли, продолжи. Ты хочешь мне сказать, что он не сказал тебе, зачем приехал сюда? Если тебе это так уж интересно, спроси у него сам. Келли, это же ты с ним разговаривала. Вы обсуждали что-то и не говорили о том, зачем он приехал. Ничего не говорил. Не понимаю, почему это так важно для тебя, Иден. Может быть, то, что ты говоришь, уже кончено между вами, на самом деле еще продолжается? Тебе лучше знать. Тогда почему же тебе так интересно, зачем он вернулся в город? Видимо, у него были свои причины, и я думала, что тебе было любопытно их узнать. Я знаю, почему он уехал. Я больше не хочу слышать ни слова от этого человека. Но ты же знаешь, что мои чувства к нему в прошлом, верно? Роберт такой человек, что надо убеждаться в этом снова и снова, и снова. Келли, ты же говоришь о себе. Да, я. На меня наступили, я смирилась. Но не хочу быть ковриком перед дверью больше ни для кого. Тебе он нужен. Забирай. Нет, Келли. У меня такое чувство, как будто я надо кровь. Это не так. Я совсем не хочу обидеть тебя. Все так говорят, когда хотят вмешаться в мою жизнь. Нет, они считают, что главная причина не в этом. Главная причина в том, что без их вмешательств я окончательно испорчу себе жизнь. Мне жаль. Нет, тебе не жаль. Не говори, что тебе жаль. Лучше признайся, что не хочешь, чтобы я была с Робертом. А мысли о том, что у меня возникают близкие отношения с Крэгом, тоже беспокоят тебя по определенной причине. И ты знаешь причину? Я знаю, что он изменился. И Роберт тоже изменился. Спроси его об этом сама, мне все равно.
Нам не надо было бы начинать говорить об этом. Так было бы лучше. Но не скажи. Все же ты отвлеклась от своих проблем, хоть на некоторое время. Слушай, я хочу еще кое-что добавить. Тогда станет все ясно. Не спеши с выводами относительно этих людей. Ну, я думаю, это хороший совет. И первый раз в жизни я прислушаюсь к нему. Теперь мне нужно обратно в госпиталь. Я должна идти. Давай я зайду в туалетную комнату. Я справлюсь сама. Спасибо. Привет. Я слышала, что ты вернулся. Плохие новости разлетаются быстро. Спасибо, Джина. Я не сержусь. Достаточно верить в то, что этот фильм выдержит большую премьеру. У меня была такая мысль, может быть, мы пойдем по пути показа фильма в большом кинотеатре, одновременно попробовав изготовить несколько копий. Но мне, конечно, бросились в глаза некоторые грубые моменты. Я учту замечания. Джина, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Может быть, присядешь на минутку? Мэг, я здесь работаю. Ты уже поужинал, все съел. Почему бы тебе не дать мне кучу чаевых? Пожалуйста, присядь на минутку. Что? Я обдумал кое-что. Я скопил немного денег. Совсем немного, но я хочу, чтобы ты сходила к другому специалисту. Пожалуйста. Мне не нужны твои деньги. Я хочу помочь тебе. Знаю. Ты уже помог мне. Ты сделал все, что мог. Теперь я прошу тебя, чтобы ты никому об этом не говорил. Джина. Я не хочу, чтобы меня жалели. Хорошо. Хочешь еще чего-нибудь? Конечно. Дай мне еще сэндвич. Сейчас. Принесу еще фирменный сэндвич Банни. Хорошо. Роберт Барр. Он сказал, что он хочет? Ладно. А как насчет Келли Кэмпбелл? Никакого сообщения. Здорово. Спасибо. Что? Да. Темная сторона Луны. Вторая сторона. Вторая песня. Это что, мне? Кто оставил это сообщение? Отлично. Спасибо. Спасибо. Так почему же ты вернулся? Куда же мне было податься? Существует миллион разных мест. И мы не должны так разговаривать. Ты имеешь в виду, что ты не должен изображать загадочного человека, а я не должна вытягивать из тебя правду? Давай не будем делать этого. Мне этого не надо. Ты слишком хорошо меня знаешь. Поэтому я догадываюсь, что ты спас мир для Роберта Барра. Я не сумел развязаться со многими делами Тоннелла и избавиться от большинства его людей. Это да. Итак, вернулся герой-победитель. Как будто бы и не домой. Почему-то нет парада, духового оркестра. С каких это пор ты считаешь Санта-Барбару домом? Я решил здесь обосноваться, Юдем. Чтобы здесь работать или жить? Как получится. Я хочу, чтобы это произошло именно здесь. Независимо от того, хотят ли этого другие. Это зависит от того, кто имеется в виду. Келли думает, что ты вернулся из-за меня. Но нам об этом лучше знать, правда? Я не говорила ей про твое письмо. Знаю. Спасибо. Я это сделала не для тебя. На самом деле, я думаю, скажите об этом. Я думаю, это ни к чему. Я думаю, Келли не должна знать про это письмо.
Тебе будет приятнее, если она будет продолжать меня ненавидеть? Безусловно, приятнее. Я не хочу, чтобы ты доставлял кому-нибудь неприятности, если ты хочешь остаться в Санта-Барбаре. Я хочу, и перестань волноваться. Просто я хочу начать все сначала. Ты не можешь мне это запретить. Мне надо идти. Иден, я не хотел тебя обидеть. Ты никогда не хотел. Ты пойдешь со мной или останешься поговорить с ним еще немного? Привет, Сиси. Привет, София. Привет, Майк. Я как раз собирался в клуб Пола посмотреть на нового пони, которого вы купили. Его должны доставить сегодня? Конечно. Я слышал, он красив. Я совсем забыл об этом из-за того, что происходит. Почему? Что случилось? Круз в госпитале. Как он себя чувствует? Он поправляется. Если я могу что-нибудь для него сделать, скажите мне, хорошо? Спасибо, Майк. До свидания. Привет, я Джина, я ваша официантка. Могу посоветовать на ужин макароны. В них мало калорий и мало холестерола. А как? Как Брэндон? Наслаждается жизнью. Разве ты не говорила с ним? Да, она беседует с ним 3 раза в день. В конце концов, я его мать. Не напоминай мне. Я хотела еще зайти сегодня. Он прекрасно себя чувствует, Джина. Ему не нужно, чтобы ты так часто приходила. Си-си. Это правда. Ты можешь видеть его всегда, когда захочешь. Я рада, что наконец хоть кто-то понимает чувства матери. Сейчас я принесу вам макароны. Джина, что с тобой? Ничего, все в порядке. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Давай, давай, поднимайся. Садись. Теперь хорошо? Да, да, все хорошо. Просто я поскользнулась. Нет, нет, я видел. Ты не поскользнулась. Мэтт, перестань. Прекрати. Простите. Простите меня за то, что я уронила. Я уберу это все. Нет, ты не будешь это убирать. Я отвезу тебя домой. Мэг. Ты что-нибудь видишь? Вижу. Смутно. Но ничего, через несколько минут послушай пройдет. Послушай меня. Мы сейчас выйдем, приведем тебя в порядок. Ты возьмешь свой кошелек, и я отвезу тебя домой. Не спорь со мной. Ты поняла? Идем, идем. Си-си, София, сейчас. Сейчас я принесу макароны. Что она опять затеяла? Очевидно, она плохо себя чувствует. Ничего не очевидно, когда это касается Джины. Ты не усвоила это за долгие годы? Такое впечатление, что она ничего не видит. Я помню, как она слепла в прошлый раз, и как прозрела, не известив об этом нас. Хорошо, если она снова собирается притвориться слепой. Зачем она так старается скрыть свою слепоту? Может быть, она надеется получить через суд $1 миллион. Извините. Джина не будет возбуждать никакого дела. Она не хочет, чтобы кто-нибудь знал об этом, особенно Брэндон. Она говорила это тебе? Нет, ни слова. Я подслушал, как доктор говорил ей, что если у нее опять пропадет зрение, это может быть навсегда. Это было так важно? Это сообщение значит что-нибудь для тебя? «Темная сторона Луны» — этот альбом мы часто слушали, когда были детьми. Это ты послал это сообщение? Вторая сторона, второй контур. Что это? Я не знаю. Я получил такое же сообщение. Ты не посылал его? А кто же? Дерек. Это непонятно. Последнее время он странно себя ведет. Что же он хотел этим сказать? Я думаю, мы должны для этого послушать эту песню.
На пути из студии будет магазин пластинок, я там куплю такую. Проиграй ее в обратном порядке, именно так можно обнаружить шифровку. Привет. Подходящий день для морской прогулки. Яхта Роберта ходит так же хорошо, как и прежде. Я даже не знала, что его яхта здесь. Ты случайно прогуливалась у дока? Крейг, я не была на яхте у Роберта, мне нечего там делать. Я не выношу этого человека. Как скажешь. Ты мне не веришь? Как у меня могли сохраниться чувства к нему после того, что случилось? Он врал мне. Он меня бросил, я не хотела больше видеть его. Никогда. Но подумать только, он взял и появился. Если ты действительно так к нему относишься, почему у тебя столько эмоций? Я волнуюсь, потому что ты так себя ведешь. Я думала, что мы будем доверять друг другу. Мы будем. Еще мы будем друг с другом честными. Я честно говорю тебе, Роберт для меня ничего не значит. А ты значишь. Все это что-нибудь значит? Ну, ты знаешь, что да. Почему же ты сторонишься меня? Я нет. Я просто стараюсь осмотреться. Знаешь, когда сначала видишь очень яркий сон, а потом просыпаешься, то с минуту не можешь сообразить, в чем дело. Только я думаю, теперь мне потребуется больше времени, чтобы увидеть все в подлинном свете. Мы были так близки. Были? Роберт ничего не значит. Роберт очень много значит для тебя и для меня, Келли. Я не знаю, почему, но все изменилось с тех пор, как он приехал в город. И я думаю, будет лучше, если мы подождем и посмотрим, что будет дальше. Крейг. Я не хочу ждать. Для этого нет никакой причины. Еще встретимся. Извините, куда перевели моего мужа? Его передали другим докторам. Куда передали? Извините, доктор. Да? 2 дня вы говорили мне, что моего мужа нельзя перевозить, и вдруг вы дали на это разрешение. Что произошло? Я не давал разрешения перевозить вашего мужа. А кто же дал? У докторов все бумаги были в порядке. Что? Пациента нельзя было перевозить. Если опять начнется внутреннее кровотечение, мы не сможем его остановить. Это должна быть ошибка канцелярии. Уверен, мистер Кастильо еще где-то в больнице. А где же охранник, который должен наблюдать за ним? Он заболел, поэтому я позвала другого человека и отправила его домой. О, Господи. Миссис Кастильо, без паники. А эти доктора, вы видели их? Они говорили с восточным акцентом.
Да? Смотри, чтобы он не умер, доктор Рашид. Мы должны доставить его на нашу родину. Нельзя, чтобы что-нибудь случилось с шаманом. От него многое зависит. И только он может передать это. Авторы сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон, режиссер Питер Бринкерхоф. На русский язык фильм озвучен студией Mix Media по заказу российского телевидения.